Яркие, задорные, одаренные ульяновские студенты отстаивали звание лучшего вуза региона. Прошел фестиваль талантов во Дворце культуры «Губернаторский». И, несмотря на снег за окном, в Ульяновск пришла весна, хотя бы студенческая. Представители университетов, как могли и чем могли, пытались удивить жюри. Болельщики тоже помогали и тоже творили. Это безумно интересно тем, что энергия прям поплескивается, все отдают, глаза садятся, но все прям до конца кричат, политех, политех. Это очень классно. Ну, все ребята приходят не чтобы просто поддержать команду, а чтобы выпустить эту энергию, этот заряд. Всего в студенческой весне участвовали 4 вуза – педагогический, технический, УЛГУ и сельскохозяйственная академия. Проект не теряется. Вот, несмотря на то, что мы не ищем здесь каких-то там новшеств сильных, да, проект понятен, но он настолько, вот, видимо, живой и настоящий, что пользуется популярностью неизменной. Никакая погода, ничего не влияет на то, чтобы зал заполнился, на то, чтобы артисты вышли. На мой взгляд, это самый масштабный сегодня молодежный проект. Победителями студенческой весны 2017 стала команда педагогического университета. На вторую ступень пьедестала поднялись ребята из технического университета. Третье место у Ульяновского государственного университета.